Улица Грибоедова, дом 22, музыкальное училище имени Михаила Ивановича Глинки. Именно здесь сотни ребят ежедневно овладевают профессиональным мастерством. А в этом году учебному заведению 95. Это уже академическая музыка, да, как все равно вот послевоенная, медальон и скрипка, и там лира, ну и вот олицетворение академической музыки. Называется гобелен музыка. Историко-культурная ценность. Гордиться есть чем и хвастаться есть чем. Мы одно из старейших музыкальных учебных заведений в нашей республике. Наш колледж основывали очень знаменитые, известные в республике люди, которые сыграли большую очень роль для музыкальной культуры Беларуси. Это и композитор Николай Аладов, и первый директор, композитор, ученик Римского-Корсакова Прохоров. Наш колледж заканчивали такие известные личности в Беларуси, как народная артистка СССР Лариса Александровская, народный артист СССР Осип Жинович, который создал государственный оркестр белорусских народных инструментов. Это композитор Эдуард Зарицкий, Эдуард Ханок, Михаил Финберг, Виктор Скоробогатов. Это Нестор Федорович Соколовский, автор гимна БССР, ну и автор гимна, естественно, уже Республики Беларусь. Это тоже наш выпускник. Сейчас мы можем похвастаться тем, что у нас очень много творческих коллективов, которые активно концертируют и у нас в республике, и за рубежом. Это 5 оркестровых коллективов, 4 хора академические и народные, ну и множество таких ансамблей, которые имеют звания и имеют награды специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Так что мы чтим их вот традиции и имена. Там девчина перебялила, туга выжима, пала выля, 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 люшки туда выжима. Так как это музыкальный колледж, то если прогуляться по его окрестностям и, в принципе, прогуляться по этажам, здесь на каждом этаже можно найти свой уголок. Где-то играют на баянах, где-то будут играть цимбалы, скрипки, все что угодно. Мы даже иногда шутим, что пройдя от 1-го до 5-го этажа, ты можешь услышать просто всех композиторов мира. Для меня здесь работать, наверное, самое ответственное, самое важное в жизни занятие, так как мы имеем дело с человеческой душой, с молодой, с ребятами. И это самое ценное, наверное, на Земле. Если удается как-то направлять их к классике, к красоте, к искусству, то я считаю это большой победой для нас. Современные учащиеся, конечно же, все уже теперь знают. У них есть YouTube, у них есть Instagram, у них есть все. Но, к сожалению, они считают, что это, если они посмотрели один раз, это значит, у них уже есть. Но, наверное, к счастью, то искусство, которое действительно живет веками, оно требует, конечно, глубокого подхода. Дети еще продолжают учиться, им обязательно надо поступать дальше. Музыкальная школа – это там другое, там детки развиваются, а здесь нам надо их довести. Возраст не самый легкий, но мы справляемся успешно, все педагоги. Поэтому, конечно, работать здесь престижно и интересно, и большое количество конкурсов, концертов, мероприятий. Я вообще не местная, я не белоруска даже, я из России. Многие удивляются, что я не поехала в Питер, Москву. Мне здесь очень нравится. Слишком много всего можно сказать про это учебное заведение, потому что здесь постоянные творческие какие-то процессы. Ну, никогда не можешь сидеть на месте. Ну, лично у меня так. Моя мама родилась здесь. Папа работает там в Гавайи. Но я хотел в музыкальный колледж учиться. Я уже второй курс здесь. Мне очень нравится здесь. Ну, оркестр, ребята нормально здесь. Ну, там в Гавайи. Там нету музыкальных колледж, нету в Гавайи. Я счастлива от того, что в период и сложный, и счастливый я оказалась в этом учебном заведении, что я попыталась, ну, хоть толику маленькую, но внести своей души, своего профессионализма,
которую я наработала сама и, наверное, которую вручили мне, ну, и в руки, и в сердце мои педагоги, которым я всегда кланяюсь и говорю Богу, что спасибо, что мне так в этой жизни повезло.